Здравствуйте, мои хорошие! Я очень рада встретиться с вами на моем канале. Сегодня снимаю очередное видео о моих новых заказах с AliExpress, все ссылки на которые я, как всегда, оставляю в описании под видео. Итак, давайте начинать. Всем желаю приятного просмотра. И хочу начать сегодняшний обзор заказов в одном из моих любимых магазинов украшений Gems Ballet. Я выбрала в нем вот такие красивые серьги. Они из серебра 925 пробы. Вставка здесь гранат. Серьги довольно крупные, но совершенно не тяжелые. Замочек здесь английский, мой самый любимый из всех застежек. Он и надежный, и удобный, и красивый. По нему проходит тоненькая дорожка белых фианитов. Также эта дорожка обрамляет нижнюю висячую часть сережек. Но и гранаты здесь также очень красивые. Красивые, чистые, насыщенные, красиво сверкают на солнце и при искусственном освещении. С обратной стороны серьги также выглядят красиво в виде резной рамки. Очень мне понравилось, как смотрятся эти серьги в надетом виде, являясь ярким акцентом. Не заметить их просто невозможно. После того, как надеваешь их, снимать их совершенно не хочется. У продавца есть и кулон к ним, точно с таким же дизайном, до которого я когда-нибудь тоже доберусь. Вторые серьги из этого магазина также длинные, висячие, снова со сложным, запоминающимся дизайном. Они также из серебра 925 пробы со вставкой из натурального кварца. Как и первые серьги, эти имеют английский замочек с дорожкой фианита. Под ним находятся фианиты в форме цветка. Ниже еще один маленький фианит. И под ним уже та самая очень красивая радужная вставка из кварца, обрамленная дорожкой тех же белых фианитов. С обратной стороны камень остается открытым, благодаря чему в него свободно могут проникать лучи искусственного истинного освещения. По бокам серьги имеют резную рамку. Эти серьги, как и первые, имеют не маленький размер, но они совершенно не тяжелые, очень комфортные в носке. При этом они не выглядят громоздкими и прекрасно дополнят абсолютно любой вечерний образ. И последние серьги из этого магазина уже короче. Материал здесь снова серебро 925 пробы. Вставка заявлена как натуральный синий сапфир. Причем сапфир этот непрозрачный, он будто немного матовый. Традиционно английская застежка имеется на этих серьгах, на которой расположены фианиты, но уже в два ряда. Также дорожка фианитов окружает основной камень в центре. С обратной стороны камень также открыт для попадения в него света. Эти серьги, на мой взгляд, уже подойдут не только для вечернего образа. Я спокойно и на повседневную носку смогу их носить. Особенно красиво эти серьги будут сочетаться с синей одеждой и с синими оттенками в макияже глаз. В общем, серьги удобные, красивые, они прекрасного качества. Очень рада всем этим трем заказам и на 100% могу их советовать. Следующий мой выбор — это необычного дизайна сапоги. Продаются они только в белом цвете. В шестом размере я выбрала их на длину стопы 23,5 см. Размер идеально подошел. Сапоги эти выполнены из искусственной кожи. Она очень плотная, хорошего качества. Каблук этих сапог деревянный, толстый, устойчивый. Мне нравится модель этих сапог. Аккуратный носок. Он вытянутый, заостренный, но не слишком длинный. Визуально не увеличивающий ногу. Сапоги эти не имеют застежки. Надеваются путем натягивания на ногу. Первые два раза надеваются с трудом, но последние надевания уже становятся быстрыми и вполне комфортными. Кожа этих сапог фактурная, очень красивая. Внутренний материал трикотажный, бежевого цвета. То, как смотрятся эти сапоги на ноге, безумно понравилось. Не вызывают они никакого дискомфорта в носке. Они совершенно удобные. Каблук не ощущается высоким. В общем, идеальные сапожки на весну. Свежие, нежные и очень стильные.
Следующий мой выбор — это ботинки из натуральной кожи в прекрасном обувном магазине, в моем любимом. Я часто делаю там заказы. Все они мне очень нравятся, все они отличаются высоким качеством и очень удобными моделями. Эти ботиночки являются четвертой моделью по ссылке. Они у меня с коротким мехом. Третья модель, например, без меха. Размер у меня 6,5 на длину стопы 23,5 сантиметра. Идеально подошел. Обошлись мне эти ботинки всего в 3500 рублей. Совершенно прекрасная и более чем адекватная для них цена. Мне нравится, что они высокие. Мне нравится, что они имеют шнуровку, из-за чего их можно очень плотно посадить по ноге. У них очень хорошая резиновая подошва. Они прекрасно проклеены. Кроме этого, прошиты. Все строчки ровные. Все одинаковые детали симметричны. На ноге они супер-мега удобны. Носить эти ботинки можно вообще абсолютно с чем угодно. С любым стилем. Я примеряю их сегодня практически с вечерним платьем. И даже с ним они смотрятся очень гармонично. Подойдут к ним и сумки, и рюкзаки, и джинсы, и юбки, и любые платья. В общем, очень и очень классные ботиночки. Жду не дождусь, когда на улице станет немного потеплее. И с удовольствием буду их носить. Думаю, что практически не снимая. Следующий мой заказ – это прекрасная блузка, которая обошлась мне всего в 552 рубля. В размере M я ее выбрала, хотела, чтобы она сидела на мне свободно, не в натяжку. И этот размер M идеально подошел. Блузка эта имеется у продавца в 4 цветах – черном, голубом, розовом, как у меня, и в белом. Размерная таблица здесь очень широкая – от размера S до размера 5XL. Материал этой блузки – шифон, но очень мягкий, комфортный, дышащий. Я боялась, что эта блузка будет слишком простой, но, слава богу, это оказалось не так. Она очень прилично выглядит. Мне подошла длина рукавов, плечи сели на место. Безумно нравится мне ряд пуговиц, которые находятся на этой блузке. Причем петельки у этих пуговиц из резиночек, они тянутся. Ну и также верхняя завязывающаяся часть на горловине. Эти ленты можно и просто перекинуть друг через друга, либо завязать на бант, либо вообще оставить свободно спускающимися в незавязанном виде. На манжетах этой блузки также имеются пуговицы. В общем, приятно. Комфортная, красивая, из прекрасного материала, а главное, супер бюджетная. К этой блузке я подобрала черную юбку, которую я выбрала в размере L. Слава богу, этот размер мне подошел. Юбка и не маленькая, и не большая, села так, как нужно. Материал этой юбки плотный, модель интересная, с имитацией запаха спереди, с одним кармашком сбоку. Юбка застегивается на потайную молнию сзади. Подклад она имеет в виде шортика. Очень плотно прострочена у нее линия талии, из-за чего она не морщится. Юбка это мини, но длина ее не чересчур уж короткая. Меня с толстыми теплыми колготками вполне устраивает. Следующая моя интересная находка – это тканевые патчи под глаза. Они с коллагеном и гиалуроновой кислотой. Стоимость их 238 рублей. Уже 225 на них заказов, хорошие отзывы. Эти патчи удаляют мешки под глазами, ослабляют темные круги под глазами. Они являются укрепляющими и оказывают лифтинг-эффект. Необычны эти патчи тем, что они находятся в совершенно сухом виде. Расположены они в пакетике, после вскрытия которого нужно взять один патч, поместить его в воду на несколько секунд, либо, как делаю я, просто брызгаю на них из пульверизатора водой. Они моментально намокают, сразу же их нужно наклеить под глаза и, как заявлено на обратной стороне коробочки, подержать от 10 до 20 минут. Я держала их минут 15, к этому времени они уже практически подсохли. Удаляю эти патчи, и результат виден невооруженным глазом. Под глазами у меня больше нет ни одной морщинки. Они полностью эти морщины удалили, хотя их у меня уже достаточно большое количество, несмотря на то, что они очень мелкие. В общем, после этих патчей от морщинок не осталось ни следа. Вид очень свежий, отдохнувший, омоложенный. Тестировала эти патчи также на носогубных складках, и эффект полностью
полностью аналогичный. В общем, волшебное средство перед выходом куда-либо. На 100% советую. Они супер нежные, мягкие, не раздражают кожу. Никакого негативного воздействия на нее не оказывают. Наоборот, увлажняют, укрепляют, подтягивают. В общем, чудесное средство. Следующий мой заказ — это либо очень длинный свитер, либо вполне себе хорошее платье, но с довольно глубокими вырезами по бокам. На моем росте эта вещь смотрится, конечно, скорее как платье. И мне все абсолютно нравится. Оно очень теплое, удобное, на 100% зимнее. На холодную раннюю весну в нем будет очень прекрасно. Я на свои параметры выбрала его в самом маленьком размере S. Также, кроме белой расцветки, он имеется в серо-голубом цвете. Привлекло меня это платье своим составом материала. Здесь подавляющее большинство хлопка с небольшим добавлением полиэстера. Платье комфортное, мягкое, с очень приличной длиной. Вырезы по бокам, если меня будут смущать, немного ушью. Замечательная горловина у него, которая смотрится лучше, чем на девушке на картинке, поскольку она как раз такая, как нужно в холодный период. Отлично мне подошла и длина рукавов. Материал плотный, мягкий, хорошо держит форму. С различной обувью это платье смотрится одинаково хорошо. Следующий мой заказ я сделала в Tmall на AliExpress. Это новый магазин очень качественных сумок. Склад у них находится в России, поэтому доставка супер быстрая. Ко мне эта сумка пришла транспортной компанией SDEC. Все ее размеры указаны на сайте. Длина ее 27 сантиметров, высота 16. Выполнена она из искусственной кожи. Мне совершенно понравились ее размеры. На крышке этой сумки находится декоративная молния с кисточкой. Застегивается сумка на две магнитные кнопки. Внутри находится три отделения, подклад коричневого цвета. Все эти отделения застегиваются на молнию. Несколько маленьких кармашков находятся внутри, открытых и на молнии. К сумке в комплекте прилагаются две ручки. Одна маленькая, короткая, для того, чтобы носить ее просто в руке. И вторая ручка с регулирующейся длиной, при помощи которой эту сумку очень удобно носить и на плече, и через плечо. Причем длина варьируется очень сильно. Можно сделать ее супер короткой. Можно вытянуть в полную длину и сделать сумку кроссбоди. Сумка очень понравилась, она и стильная, и вместительная, и не слишком громоздкая. Следующий мой выбор — это рюкзак, который выполнен из полиуретана, так же, как и прошлая сумка. Я также выбрала его в Tmall, в том же замечательном магазине. Стоимость его всего 1300 рублей. Доставка со склада в России супер быстрая. В двух расцветках имеется этот рюкзак, также в черной. Мне очень понравился материал этого рюкзака. Он супер плотный и выглядит он так, как выглядит натуральная кожа. Вот правда, если бы не увидела описание, я бы была бы на 100% уверена, что это кожа натуральная. Очень и очень достойно она выглядит. Форма рюкзака красивая, размер в самый раз. Он очень вместительный, но не слишком маленький и не слишком большой. Один небольшой кармашек находится у него на спинке. Туда можно складывать все самое ценное. Ручки с регулирующейся длиной. Мне понравилось, что надпись находится на его дне. Застегивается он на магнитную кнопку. Под ней одно небольшое отделение в виде мягкого квадрата на молнии. Основное отделение также застегивается на молнию. Подкладка
коричневого цвета, множество кармашков и закрывающихся, и открытых. Также два кармашка находятся по бокам. Этот рюкзак очень красивый, удобный, вместительный, выглядит серьезно. Носить его можно и с юбками, и с джинсами. Подойдет он ко множеству стилей. До этой покупки как-то особо не воспринимала рюкзаки, но этот мне действительно очень понравился. И давайте расскажу вам о той юбке, с которой примеряла прошлый рюкзак. Удивительно здорово, как они подошли друг к другу по оттенку коричневого цвета. Эту юбку я выбрала в самом большом размере L и в самой последней расцветке, которая называлась Red. Стоимость ее 980 рублей, 1200 на нее заказов, очень хорошие отзывы. Кроме моей расцветки, она представлена также в трех других цветах: бежевый, черный и классической кофейной. Состав ее материала хлопок с полиэстером. Снова я не нарадуюсь тому, что мне подошел размер, поскольку эту юбку я определенно оставляю себе. Мне нравятся карманы по ее бокам, мне нравится, как она сшита. Длина ее меня полностью устраивает. Ремешок имеется с ней в комплекте, с золотой пряжкой и золотыми колечками. Со всех сторон эта юбка ровная, симметричная, очень хорошо села на меня. Она имеет плотный подклад, который пришит к основному материалу юбки. В общем, ничего не будет морщиться внутри, загибаться. Материал этой юбки действительно достойный, он очень плотный. Следующее, что хочу вам показать, это зеркало с LED-подсветкой. Как-то в недавнем видео я показывала вам подобное зеркало. Оно также было с подсветкой, но на батарейках. Здесь подсветка идет от сети. Собирается это зеркало ровно из трех частей. К основанию крепится трубка, на нее надевается само зеркало. Микро-USB кабель идет в комплекте, который подключается к зеркалу с обратной стороны. Другой его конец включается в сеть, и легким нажатием на кружок на зеркале включается та самая LED подсветка. Режим здесь только один, он супер яркий, освещать вас будет просто прекрасно. Не нужны никакие батарейки, подсветка будет всегда яркой, будет работать столько, сколько вам нужно. Мне нравится, что само зеркало в моем любимом белом цвете смотрится чистым, лаконичным. Размер его прекрасный. Со всех сторон разглядывала это зеркало, не нашла ни единого недостатка. Минималистичное, при этом удобное. На его подставку можно складывать косметику. Подставка выполнена в виде блюдца поднятыми краями, ничего из этого блюдца не будет выпадать. Также это зеркало у продавца имеется с розовой подставкой. Пришло оно с российского склада очень быстро и обошлось мне всего 650 рублей. Далее хочу показать вам еще один рюкзак, который обошелся мне в 1100 рублей. У меня это вторая расцветка. Всего 6 расцветок представлено у продавца. Все они интересные. Материал этого рюкзака — искусственная кожа. Она очень плотная, четко держит форму, совершенно не мнется, не гнется. Спереди на рюкзаке находится небольшой кармашек, который застегивается на молнию. По бокам этот рюкзак также имеет два открытых кармашка. Дно его черного цвета, плотное. Застегивается он на молнию, причем две собачки на нем находятся, то есть можно расстегивать его в любую сторону. Подклад коричневого цвета, три маленьких кармашка внутри, два открытых, один на молнии. Маленький кармашек на спинке рюкзака, вертикальный. Длина ручек регулируется, одна короткая ручка находится сверху, традиционно. Очень милый рюкзак. Рюкзачок, 53 на него заказа, очень хорошие отзывы. Размером он меньше, чем предыдущий, удобный, вместительный, недостатков не обнаружено. Thank you.
И последний мой заказ – это сумка, которая обошлась мне в 1100 рублей. 39 на нее заказов, хорошие отзывы. В черной расцветке я ее выбрала, также коричневая и темно-зеленая имеется у продавца. Сумка эта выполнена из искусственной крокодиловой кожи. Очень красиво здесь выполнена вот эта крокодиловая имитация. Кожа эта супер плотная, супер жесткая. С ней, я уверена, ничего не произойдет спустя много-много лет носки. У моей конкретно модели я обнаружила один небольшой недостаток. В пустом виде она немного деформируется, если смотреть на нее сверху. Но если ее заполняешь какими-то вещами, вся эта деформация уходит. Возможно, нужно просто в набитом виде поносить ее какое-то время, и все придет в норму. Две ручки идут в комплекте с этой сумкой. Одна тоненькая, не длинная, но при ее помощи эта сумка очень комфортно носится на плече. Вторая ручка тканевая, широкая, с регулирующейся длиной. При ее помощи также можно носить сумку на плече, либо, если вытянуть ее сильнее, то через плечо. Застегивается эта сумка на магнитную кнопку, и под ней располагаются два совершенно открытых кармашка и один кармашек, закрывающийся на молнию. Сумка эта очень вместительная, в нее поместится все, что угодно. Подклада эта сумка, как видите, не имеет. Внутренняя ее поверхность бархатистая, напоминающая замшу. Прострочена эта сумка белыми нитками. Симпатичная золотая фурнитура находится на ней. Мне очень понравилось, как эта сумка выглядит в надетом виде, причем в набитом состоянии. Носить ее действительно очень и очень удобно. Ну вот и все, видео подошло к концу. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Все ссылки вы найдете в описании. Вам нужно развернуть его для этого. И я очень надеюсь встретиться с вами здесь в моем следующем обзоре. Всем до скорых встреч!